Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Теперь воля вольная, с кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответ! Хорошо с тобой, да плохо без тебя. Голову до плечи терпи. Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы!